Сейчас я хочу вам показать одно из моих любимых хобби. Чтобы ваши сапоги долго служили и выглядели как новые, их нужно не только аккуратно носить, но и аккуратно хранить. Перед упаковкой сапог в коробке проложите между парой прокладку из мягкой ткани или бумагу наподобие той, что была в коробке при покупке. Каждый сапог лучше обернуть тканью или бумагой, это сохранит первоначальную форму. Если у вашей обуви появились дефекты, отнесите ее в мастерскую. Замените набойки, почините каблуки, если требуется. На мне кожаные сапоги, произведены в Англии. Я их приобрела более 10 лет назад. Очень удобные. Мне они очень нравятся. Они одни из моих любимых. Сейчас я покажу следующие свои любимые модели. На мне самые мои длинные ботфорты, которые я ношу обычно под шорты или под короткую мини-юбку. Они очень удобные, небольшой каблук. Думаю, сантиметров 10. Сейчас я вам хочу показать еще одну пару сапог, которые мне очень нравятся. Они очень удобные, но мне не нравится форма каблука. Мне кажется, они немного грубоватые. У нас с сыном одинаковое хобби. Мы оба любим коллекционировать обувь. Он любит коллекционировать спортивную обувь, в основном кроссовки. Я же люблю высокие каблуки. И большое спасибо за то, что досмотрели мое видео до конца.